В рамках операции МАК-2023 сотрудники по контролю за оборотом наркотиков города Большой Камень выявили факты культивирования наркосодержащих растений и хранения наркотиков жителям Шкотовского района. В лесном массиве рядом с селом Речица Шкотовского района полицейские обнаружили две наркоплантации. Изъято свыше 600 кустов конопли. На месте культивирования растений был замечен 61-летний приморец. При себе у хозяина плантации была обнаружена папироса со смесью табака и гашишного масла. На территории своего частного дома на улице Центральной мужчина также выращивал еще 73 куста конопли. Кроме того, у него было обнаружено 7 граммов марихуаны. Следователями возбуждены уголовные дела о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере, а также незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в крупном и особо крупном размере. За совершение вышеуказанных преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет.